Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем проходить странную игру про странных двойняшек. Называется она Life Gallery. Мы узнали о том, что один родился без руки, второй родился без глаза, и того, что без руки родители любят больше, и решили пожертвовать тем, кто без глаза, чтобы тот, кто без руки, получил эту руку. Все очень запутано, друзья, советую посмотреть первую серию. Ну а следующее задание называется «Мозги обезьяны». Я не знаю, что нам нужно будет с ними сделать, но давай попробуем опустить этот крюк. И как-то не получается. У нас есть много колбочек с какими-то жидкостями. Ну давай попробуем черную, например. Она привлекла мое внимание. И это звонок. Зачем ей на голове звонок? Ладно, а если вот такую фиолетовую? Получается цветок. Еще один цвет, это получается... Пельмень! Пельмень с глазами на голове обезьяны. Самое оно. Что еще за варианты есть? Ну да, да, да. Тоже имеет право на жизнь. Так, крючок. Во! Нифига себе! Получилось извлечь мозг... Подожди, а зачем нам мозг обезьяны? Достань обезьяне мозги. Как это связано с ритуалом, который позволит вернуть чуваку руку? Я не понимаю. И, друзья, если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. О, жесть. А мы точно хотим это делать? Ну ладно, видимо, надо. А чё? Ой. Ну, это для ритуала, видимо, нужно. Привязать к пупку, может быть? Нет? Ну давайте вытащим. Очень ровный разрез получился. Прям хирургически точный. Что-то их много, Они заканчиваться будут? Кстати, можно будет колбасу из них сделать, в случае чего. Так она обычно и делается. Если так подумать, довольно жутко. То есть ты крошишь свинью и засовываешь ее же в ее же... Да уж! Кулинария такая. Ну, это мы тоже сделали. Будем считать, что это просто на котлеты, на колбаски, на сосиски. Ничего такого в этом странного нет. Глаза рыбы. Видимо, это все ингредиенты для совершения ритуала. Вот теперь я понял. Так, глаза рыбы, ну... У нее, правда, много глаз. Я думаю, что мы должны найти одинаковые глаза. Например, черный и черный. Повезло. Синий, пускай будет здесь. Нет, здесь у нас красный, синий, оранжевый. Зеленый? Нет, красный давай. Хорошо, зеленый? Подожди, зеленый же здесь, да. Вот так. Че, я еще и запомнить должен? А что мне еще сделать? Синее. Ха, повезло. Ну, все глаза открыты. Воу! Ничего себе, глаз исчез. Ну, видимо, мы его просто извлекли, да? Добудь рыбьи глаза. Это мы тоже сделали. Чё-то как-то совсем уж стрёмный ритуал. Черви. И у меня в комментах спросил человек, вот, Саня, если бы у тебя был такой случай, как в этой игре, что один ребенок одноглазый, второй однорукий, кого бы ты больше любил? Я не знаю, потому что я ж... у меня нет детей, а там же просыпаются инстинкты, да, родительские, и организм начинает и мозг по-другому функционировать. Так что тут сложно сказать. Черви, нам нужны... Так, ну давайте закапаем в уши капли. Видимо, для чего-то это нужно. Ухо наполняется. Нужно больше капель. Только не говорите, что черви живут прямо там, в ушной... Хотя я не удивлюсь, если они будут вылазить прямо из ушной раковины. Так, ну мы ее заполнили практически полностью. Давай, 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 давай. Больше нужно жидкости. И еще немного, и еще. Ни одной капли не должны упустить. Получится ли поймать все капли? Чё ты? Ну, скажем прямо, это не очень приятно выглядит. Они и правда в ухе живут. А это, кстати, здоровый чувак, у которого два глаза. Может, из-за червей его родители любят больше? Из-за того, что они живут в ухе? Это тупо, да? Ну ладно. Закинем их в миксер. И сделаем выжимку.
Выглядит неаппетитно. Хотя кто-то ест червей и даже говорит, что это окей, вкусно. В Азии там вообще едят все, что шевелится, все, что движется. Наверняка и червей тоже. Хотя вряд ли червей едят, я такого никогда не видел. Но наверняка есть тот, кто ест червей. 100% я уверен, что такие люди есть. Но я никогда об этом не слышал. Жуков, да, вот чтоб червей. Ну не на спорт там, а именно как бы как закуску. Типа пожарить там или супчик из них сварить. Давай. Оу. Коктейльчика не желаете? Но я думаю, достаточно измельчили, да. Похоже на клубничное варенье. Между прочим. Достань червей. Ну, давайте достанем. Клубничное варенье. Мне как-то так поприятней. Репетиция клана рыбьей головы. Да, тот культ рыбьей головы, он-то и занимается этими ритуалами. Что мы имеем? У нас есть какое-то количество символов. И на каждой рыбе изображены символы. Тут изображен круг. Ну, допустим, да. Здесь у нас молния, здесь у нас крестик, здесь у нас треугольник, здесь у нас загогулина. И здесь у нас треугольник. Ну да, получилось. А что они держат в руках? Какие-то жемчужины или хрустальные шары? Родители гладят меня по голове и очень-очень ласково говорят. У тебя в ушах живут черви. Приготовление. А можно не надо со мной вот этого делать? Ладно, что я должен с кишкой сделать? Так, это в глаз? Чё происходит? Мне не нравится этот ритуал. И в рот, наверное, вставить глаз. Нет? В ухо? А куда? Еще в глаз? Представьте, как себя чувствовал бы этот чувак. Вот если бы это все в реальности происходило. Это довольно жутко. Но родителям лечиться нужно. Шиза. Причем мы в прогрессивной стадии. В крайней. Высшей. В запущенной. И смотрите, они на руку тоже нанесли червей. Чтобы отметить место, где должна рука вырасти. Но вы посмотрите на лицо этой женщины. Она же не в себе. Так, ладно, что мы должны сделать? Я пытался О, оно шевелится. А нижняя не шевелится. Так, я думаю, надо как-то вот так. Нет? По-моему, идеально подходит. Нет, разве? Смотрите, прямо вообще. Похоже, что нет. Вот, сейчас идеально. Погоди, а как я должен совместить? А, я понял. Так. Это у нас получается тогда куда? Я не знаю. Отстань. Может так? Может так? Да я понятия не имею. Чё, подожди, а чё оно не фиксируется? Зафиксируйся, алло. Неудобно же. Да я не хочу тебя брать. Погоди, я пытаюсь эту взять. Так. Друзья, оказывается, соединять здесь ничего и не нужно было. Оно и так все получалось. Надо просто найти подходящее место. И оно все само устанавливается. А я пытался в упор делать, и получалась какая-то фигня. А вот, теперь совсем другое дело. Первую деталь удалось установить, и все стало гораздо проще. Здесь, по всей видимости, то же самое. Так, я думаю, что где-то по кругу оно должно быть вот так. Или типа того. Да? А, то есть тут уже в упор. Понятно, так и живем. Я думаю, что это сюда. Это, скорее всего, сюда. И последний элемент ритуала, по всей видимости. Жесть. Вот брату не жалко меня на самом-то деле? Ну просто серьезно. Как он будет жить с этим, зная, что... Меня пустили буквально не то чтобы на органы, а на руку. Учитывая, что у него был протез деревянный.
Я выжил, но я одинок. Который хорошо работал, между прочим. Реально качественные. Воскрешение. Стоп, а что произошло? Погоди. Не совсем понятно. Так, тут... Ой, только не это. А, нет, это не пятнашки, это какие-то пятнашки навороченные. Ой. Так. О. Отлично. И я начинаю понимать, как оно работает, вроде бы. А можно не надо вот это все шевелить? Вот так? Блин. Ну, почти же. Ну, ну вот, все получилось, только последняя деталь вот тут встряла, и я не знаю, как ее поставить на место. Блин. Ура! Получилось, блин! Пришлось повозиться. Воскрешение? Возможно ли это? Но кого собираются воскрешать? Я пока не совсем понимаю. Меня? Или кого-то другого? Фонтан жизни. То есть ритуал пошел не по плану, и требуется воскрешение кого? Кто-то там лежит. Это крышка гроба. Так, потом сюда. Очень многослойное. Как будто бы пирог. Что-то много ассоциаций с едой. Это они. Они поплатились за то, что пытались сделать... Со своим ребенком. И теперь нам нужно извлечь сердце. Может, стоит заканчивать с ритуалами, а? Как бы в прошлый раз это ничем хорошим не кончилось. И плюс эти чуваки пытались тебя как бы принести в жертву. Ты уверен, что хочешь воскрешать их? Я вас вытащу и буду беречь и ждать. Но он любит их все равно. Они его не любили, они за ним не ухаживали, но он все равно их любит. Вот оно. Любовь к родителям. И его продолжают воспитывать рыбы. Если раньше он их боялся, то теперь он с ними, ну, заодно читает книги. Там глаз еще какой-то наблюдал. Так, ну вторая глава закончена. Едем дальше, третья глава. Что будет происходить там? Ну, очевидно, он будет пытаться воскресить. Оу, что это? Он вырастет их на дереве? Ладно, давайте смотреть. Пока не посмотрим, не узнаем. Вообще мало чего понятно, но будем разбираться. Время идет, очевидно. Я согласен, это да. Это так работает. Наверное, мы должны установить определенное время, и тогда из горшка что-то вырастет. А как? Куда нажимать? Стрелки часов не двигаются. Куда бы я ни клацал, ничего. На стене я вижу цифры различные. 7, там 11, 12, 9, 6, 4. И чё? А. О, а до этого не двигалось. Прикольно. Надо было именно на большую стрелку. Окей. Окей. Продолжаем крутить. О! Уже другое дело. Результат получше. А у этого проросли растения. Видимо, он тоже погиб. И остался только я. А? Казалось бы, да, меня хотели принести в жертву, но я, вот он я. Моргаю своим глазищем одним. Время послужит питательной почвой. Я должен быть готов, и плоды взойдут. Аквариумная рыбка. Даже боюсь представить, как она будет выглядеть. Нормально, с морковкой. Рыбоудильщик. Так. Это какой-то рецепт, да? Мы должны поместить в аквариум кровь? Из нее получится рыба. Угу. Первым ингредиентом у нас получается была... Понятно.
Тут символы. Загогулина, крест и загогулина. Я не вижу здесь. Я вижу... Я крест... Не вижу этих символов здесь. И здесь я их не вижу. И тут я их не вижу. Они не совпадают. Ну, допустим, методом тыка. Загогулина. Ха! Выросло лицо крота. Дальше пускай будет вот это загогулина. Ну, красивая рыбеха получается. Ну, не правда ли? Мы вот что должны вырастить. Ну, давай вот эту. Ну, по-моему... О, смотри. Плавники совпадают. Да и, в общем-то, задние плавники тоже. А вот с лицом проблемы, очевидно. Надо что-то предпринимать. Ну... Это явно не то, что нужно, да? Явно не то, что нужно. Окей, окей. Тут нужна правильная последовательность. Просто только запомнить ее. Значит, первым идет вот это. Не совсем. Плавник, смотри. Все, я понял, тут плавник. Нам нужен вот такой, ребристый более, да? Вот этот плавник. Должен подойти. Это не загогулины. Это у нас получается. Волнистые плавники, смотрите, вот эти. Так. Хорошо. И морковка. Нужно семя. А, это был глаз. Блин. А как узнать, где морковка, а где что? Я уже не помню, что я выбирал в прошлый раз. Но пускай это будет. Ну да, только с морковкой. С морковкой накосячил, с глазом точнее. Да, 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 да. Все, принцип понятен. Так, сначала берем вот это. Правда, я не совсем понимаю, что оно олицетворяет. Плавник я помню какой. Дальше. Волнистые плавники. Ага. Дальше. Круглый глаз. Морковка. Я перепутал. Ну вот, друзья, сейчас получится то, что нужно. А? Ну вот, идеальная рыба получилась, как по мне. С морковочкой, все как положено. Маленькая рыбка, расти большой и сильной, ладно? Да, рыбка, давай. Она сможет сама себя кушать, потому что она морковка. Скелет кролика. Ну, давай посмотрим. А, вот для чего она нужна была. Чтобы кролика выманить. Логично. Логика присутствует. Но никто не будет с этим спорить, правда? Морковка, ее надо опустить как-то или что? Так, я нажимаю на отверстие и ничего... А, получилось, смотри-ка. Что-то ты не похож на кролика. Ты похож на палец с глазом. Хавай морковку. Стой. Может быть, надо всех кроликов достать? Да, первое, второе, третье. Пускай будет четвертое. Первое, второе, третье. Четвертое, пятое. Первое, второе, третье, четвертое. Пускай будет... Да ладно! Эту и эту. О, целое семейство кроликов. Красавцы. Просто изумительные. Это больше... Ой. Кусь. Ну, допустим, допустим. Они, кстати, довольно маленькие. Или рыба была большой. Отобрать одну жизнь ради другой. Это плохая идея. Я сразу сказал, что нельзя так делать. Нельзя вообще ни у кого забирать жизнь. Вообще. Так, поиски жизни. Смотрите, а парень-то уже вырос. У него рука расстроенилась аж от возраста, во-первых. Во-вторых, видно, что он мудрый. Так, у нас есть пчелы. Пчелы что делают? Они опыляют цветы. Собирают пыльцу и тащат ее обратно в улей. Там делают мед. Ну, я нажал на цветок, и что?
Бутылка для чего? Книга для чего? Боже, я не понимаю, а что делать? Нужно смотреть, куда больше всего пчел полетело, я так и понял. По-моему, сюда опять. И правда. И пчел будет становиться все меньше и меньше. Так, наблюдаем. Сюда. Угу. Ну дальше куда еще? Я думаю, сюда. И сколько пчел мне нужно насобирать? Там уже полбанки пчел. Хорош, может, нет? А если я ошибусь, заново придется начинать. Я не хочу собирать пчел заново. Короче, везде по одной пчеле летит, а в одно место куча пчел. Так и стоит определять. Помню, как когда-то пошел гулять в парк один. И там были пчелы в банке. Перемалывание. Нет, давай не будем пчел хотя бы перемалывать. Ну, пожалуйста. Ладно. Окей, ребятки, как вас? Первая пчелка. А чё, не хочешь? А чё, в чем разница? Погоди. А в чем? Я не поняла. Они же одинаковые. А, у них... Все, у них крыльев. Крыльев разное количество. Три. Пошел. А дальше... А чё? А какой смысл? На что нужно обращать внимание? У них у всех по одинаковому количеству крыльев. Я понял. Не понял. Решил попробовать так. Сначала отправляю двойных. Потом давай тройную. Полетела и полетела. Какая логика? Давай опять двойную. Двойную давай туда. Двойную. Я не понимаю, какая тут, почему по-другому не получается. Давай тройную теперь. Почему эта тройная полетела, а эта не хочет? В общем, я понял. Смотрите. Пчелы должны по порядку отправляться. Вот сейчас она третья здесь полетела. Эти могут тоже лететь. Но нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы третья улетела. Полетела. Давай туда. Дальше. Вот это должна быть второй. Полетела. И вот это будет второй полетит. Во, как это работает. Какая-то странная логика, но это сработало. Вот тут был порядок. Прям на них нужно было смотреть. Ясно, понятно. Ну, создаем коктейль из пчел. Очень странных пчел. Готово? Готово. Ну ладно, в этом есть логика. Просто я пытался на другие вещи обращать внимание. Как следует перемели их, что я, в общем-то, и сделал. Споры. Грибные, наверное. Или нет. Но на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока и счастья вам. Берегите себя. Пока.